презервативи, або медичні якісь... я не знаю, що вам сказати. Знаю, презервативи – це, наскільки я знаю, найкращий спосіб контрацепції, тому що він охороняє не лише від небажаних результатів, а ще й від якихось біологічних наслідків. А все інше, то більш прості, і їх використовують, на мій погляд, більш таких довірених ситуаціях. Я вже нічого не знаю, мені не тот возраст вже. В наше время такого, це було все дефіцит. Так що молодіжі нас спрашують. Я знаю різні, там гормональні, бар'єрні. Вибачте, нема бажання коментувати цю тему. Таблетки, це понятне діло. Ну і ще є прірваний акт. От. Ну і другі, є таблетки, є іменно вагінальні таблетки. Презервативи, що це у нас, таблетки є. Ну і все. Оральні... вагінальні... По-перше, це презервативи. По-друге, засіб контрацепції має бути, саме перше, це в голові, адже перед самим статевим актом треба подумати двічі про наступних наслідках і бажаннями своїми і свого партнера. Різноманітні засоби контрацепції, власне, жіночі, чоловічі, презервативи – це, власне, медичні, хірургічні, таблетки, пігулки. Років з 12. Це, так, да, наше время, то, мабуть, лет з 12 – це точно. Тому що ми сьогодні смотрели новості перед тим, як прийти, і бачили, що во Львові родилась дівчинка, родила немовля, а їй 12 років. Дуже гарне питання, але, на жаль, я не знаю відповіді, тому що моя дитина ще замала точно для такого виховання. Але однозначно знаю, що і думаю, що треба займатися, але з якого віку не можу дати відповідь. Ну, я вважаю, що і дома в сім'ї батьки мають про це розмовляти, і школа також, так як багато часу діти проводять в дошкільному. В першу чергу сім'я, звісно. Вот. Ну, в возрасте уже доступном для понимания детей. Но в школе, я думаю, тоже должны проводить беседы. Вот как был предмет этика, там, этические отношения, то должны преподавать. Отже, друзі, ми рухаємося далі і вже готові поспілкуватися з нашою ранковою гостею, кандидатом медичних наук, гінекологом-ендокринологом Інституту здоров'я сім'ї Світланою Щербиною. Доброго ранку вам. Спасибо большое, що ви з нами. І так, сьогодні поговоримо о видах контрацепції. Тема весьма така інтересна і гаряча, як для утра, на самом деле, но все же нужно об этом тоже говорить. А если говорим, вот, исходя из запроса, который только что увидели и мы, и телезрители, как видим, многие знают даже о видах, о классификациях, но все же чаще всего это только презерватив. А если говорить, вот, скажем так, топ-рейтинг, так и остается по количеству использования, приобретения только презервативы, или это только мое возможное мнение, или просто какой-то стереотип? Ну, на самом деле, действительно, презерватив остается самым таким актуальным и легкодоступным. В любой аптеке это все это. И о нем много знают. Конечно, это достаточно надежно, где-то в 90% случаев этот метод контрацепции. Хотя бывают, конечно, и не всегда. Бывают и проблемы. И многие не знают, как пользоваться, потому что там есть свои нюансы. Но я хочу сказать, что в основном это молодежь. У нас, к сожалению, начинают половую жизнь достаточно рано. Мы пропагандируем более позднее наступление половой жизни, но, к сожалению, у нас... Как есть, так есть. Практика, скажем, всегда отличается от теории. Конечно, да. Презервативы, спермициды, этим пользуются более, так говорят, женщины более молодого, да, то есть возраста. Но, кроме этого, есть, конечно, достаточно такой арсенал, это таблетки, гормональные таблетки, так называемые комбинированные оральные контрацептивы. Почему так? Потому что в состав входят эстрогены и гистогены. Дозы, конечно, минимальные, но они настолько надежны, что предотвращают овуляцию, то есть женщина не беременеет. А если говорить о вреде для здоровья женщины, есть немножко парадоксально. Вот, кстати, женщины очень боятся почему-то большинство этих таблеток, и вот при слове гормоны как-то они, такое опасение.
Нет, побочных эффектов, ну, как, может быть, и у любых препаратов побочные эффекты есть, но не настолько, чтобы, допустим, если взвешивать риск, да, и успех, да, то есть это то, что мы стремимся к этой проблеме контрацепции, то, конечно, лучше принимать. Принимается достаточно, арсенал очень много этих таблеток, туда входят женские гормоны, эстрогены и гестогены, это не мужские, поэтому, чтобы женщины не пугались, но таблетки оказывают не только, будем так говорить, лечебный эффект, да, не только, вернее, контрацептивный, но еще достаточно мощный такой лечебный, косметический эффект, да. Улучшается кожа, особенно у молодых девушек, там, где акне, улучшается состояние, вот, особенно при мастопатиях, при предменструальных синдромах, то есть очень часто даже с лечебной целью. То есть, еще, скажем так, те стереотипы, что наоборот от таблеток будет больше вреда организму, да, вот здесь, то есть это да. на самом деле... Конечно, очень часто задаю такой вопрос, не стану ли я полной, да, то есть вот эта проблема в весе, хотя, ну, в небольшом количестве... Иногда бывает там, прибавка веса до 2 кг максимум, это за счет накопления жидкости, но в дальнейшем это все абсолютно все уходит. И кроме того, есть даже такие таблетки, что мы рекомендуем даже полным женщинам, идет снижение веса. Поэтому здесь такой проблемы особой такой нет. А это один из видов контрацепции. Да, я хотела показать, каком, что, да, из них, да. что здесь арсенал достаточно большой, есть таблетки там и 20... Одна таблеточка и 28, 24, но на всех упаковках, что для удобства женщины, расписаны таблеточки и написано, как четко принимать по дням, по стрелочке. Это все уже указано. Поэтому здесь, если женщина приходит на прием к врачу, то тогда действительно все рассказывает и все. То есть с этим, скажем так, понятно, здесь уже даже расписано, скажем так, производителем. Если говорим о других еще каких-то видах еще, контрацепции, есть тоже гормональная контрацепция, если женщина не хочет принимать таблетки или по каким-то либо причинам она не может, у нее там есть заболевание желудочно-кишечного тракта, то сейчас актуально такое колечко, вот колечко Новоринга. Оно не совсем такое большое, но очень гибкое. Это гормональное кольцо, которое оставляется во влагалище. Вначале женщины, доктор показывает, как ставить, а потом в дальнейшем она оставляет себе самостоятельно в течение 21 дня. Но находится у женщины и тоже способствует. Выделяется через вот это колечко гормональное вещество и тоже... А вот как раз услышал от вас, да, что если есть проблемы с желудком и так далее, то есть какие-то еще предостережения, скажем так, и не всем подойдет этот вариант, если мы говорим о гормональных таблетках, да? Какие проблемы с организмом могут быть, когда не стоит принимать? Ну, не стоит, когда идут изменения, если действительно заболевание, допустим, желудочно-кишечного тракта, если тяжелое заболевание печени, если гипертония, то тогда, конечно, лучше переходить на такие так называемые гормональные, уже, это, но без таблеток. Еще очень хорошая есть спираль, уже многие знают, это Мирена такая спираль, она, я хочу вообще сказать, что тоже это один из методов контрацепции, есть обычные спирали, которые входят в состав медь и серебро. Данные эти металлы, они пагубно влияют на сперматозоиды, снижают активность их и все это. И плюс сама вот спираль, расположенная в матке, тоже она предотвращает то, чтобы, если уже наступило оплодотворение, то плодное яйцо не внедрилось в матку. Так вот эта вот спираль Мирена, она такая же вот, как обычная, но здесь входит в состав тоже гормональное вещество, которое постепенно выделяется и тоже изменяет. И, конечно, эффект достаточно высокий. То есть, как видим, вариантов более эффективных, нежели презерватив, конечно, очень много. Конечно, очень много. Поэтому это все подбирается индивидуально у каждой женщины на приеме у врача, так называемое индивидуальное консультирование. То есть, в зависимости от ее состояния здоровья, в зависимости от того, какие у нее потребности, как она живет половой жизнью, то есть какие замужем, не замужем, потому что у нас есть еще рожавшие, не рожавшие, у нас многие такие нюансы. Много еще вариантов, скажем так, это естественные, то есть это календарный метод. Да, например, это есть такой метод, когда женщина высчитывает дни овуляции, мы рассказываем опасные дни, потому что сперматозоиды еще в течение почти недели находятся, и опасность после овуляции, там опасные дни. Но не всегда этот метод может быть так эффективный и достаточно надежный, потому что не всегда женщина четко знает, когда овуляция. Хотя есть и тесты на овуляцию, но этот
метод не всегда приемлем, не дает стопроцентной, конечно, гарантии. Хотя некоторые женщины пользуются. Мы их специально обучаем, как этим пользоваться. А есть еще такой метод, вот о нем хотелось бы тоже поговорить и, скажем так, от вас услышать тоже, что это и как это. Метод лактационной аменореи. Да, вот. Я хотела вот сказать, да, действительно, мы сейчас очень приветствуем грудное вскармливание, поэтому женщина в первые месяцы после родов, конечно, желательно, чтобы она как можно дольше кормила ребенка. Когда она кормит грудью, особенно если в дневное время через каждые 4 часа, а в ночное через 6 часов, то выделяются в большом количестве такие гормоны, как пролактин, окситоцин, и они препятствуют овуляции. То есть у женщины наступает так называемая лактационная аменорея. Поэтому то есть метод, в этот период, скажем так, все половые акты? Женщина вообще не беременна, да, да, поэтому тут практически стопроцентная контрацепция. А если говорим, это на весь период кормления грудью или это только первые несколько месяцев после родов? Ну, у всех женщин по-разному, да, это происходит? Да, так, есть еще у нас много вариантов на самом деле, мы сейчас о них тоже поговорим. Вот если говорим о барьерных контрацептивах, то есть еще немало всего, это диафрагмы, колпаки и так далее. Что ж, друзья, мы продолжаем дальше. Как видим, много методов есть контрацепции. Хотелось бы все-таки вернуться к этому популярному под названием презерватив, потому что на самом деле, хотя все его очень часто в вопросе и называли, но мало кто знает, как правильно пользоваться и как правильно хранить, потому что от этого тоже зависит ваша безопасность во время полового акта. Скажем так, топ самые популярные ошибки, что делают неправильно? Ну, неправильное, конечно, хранение, это без коробочки. То есть вариант, когда, такой, например, там девушки либо парни в сумку бросают, еще, да? Да, это где-то, конечно. Тогда там латексная эта оболочка очень часто нарушается и приводит к тому, что могут возникнуть разрывы презерватива. Точно так же, ну, будем так говорить, температурный режим тоже в определенной степени. Это то есть, скажем так, ну, на солнце прямо, ну, на понятно, солнце, там да, холод, еще это здесь, и так далее. В холоде тоже, это если все время в сумке там носить или по улице, ну, это... Поэтому... И помните о том, что срок годности тоже есть. Ну, срок годности, конечно, тоже есть, поэтому здесь тоже с этим. Ну, для молодежи это достаточно актуально. Я еще сказала, у нас, к сожалению, достаточно рано начинают половую жизнь. Поэтому для тех женщин и, ну, может быть, и молодых людей, которые ведут нерегулярную половую жизнь, то и нечастые такие, будем говорить, половые отношения, то, конечно, это достаточно эффективный метод, и плюс он предохраняет в какой-то степени от инфекционных заболеваний. То есть для молодежи это может быть достаточно такое. Это если, допустим, девушки не хотят принимать таблетки. Хотя я хочу сказать, что у нас очень много молодых девушек сейчас уже принимают таблетки и достаточно довольны. А если мы говорим, да, о том, что очень рано начинается половое, скажем так, половая жизнь у молодого поколения, то если все-таки о половом воспитании завести разговор, то с какого возраста стоит начинать? Ну, вообще-то, наверное, уже с лет 12 лет. В школах я знаю, что проводятся, у нас есть детские врачи-ювенологи, которые проводят лекции и начинают половое воспитание. Нужно начинать, вот у нас был тоже вопрос в вопросе, кто должен этим заниматься, родители или школа все-таки? Я думаю, что, наверное, комплекс. Ну, наверное, да, наверное, совместно все-таки и школа, и родители, потому что и гинекологи, и ювенологи, вот тоже это такая достаточно актуальная проблема, наверное, только все вместе, потому что не каждый родитель может и объяснить ребенку. Ну и плюс-таки, если мы говорим с 12 лет, то это, наверное, уже, скажем так, более основательный и научный подход к объяснению. А если брать более просто, то еще с малых лет, наверное, с 5-6 начинается разница мальчик-девочка, вопросы. Мальчик-девочка, наверное, да, может быть, эти такие вот... Может быть, в игровом варианте объяснять разницу между мальчиком и девочкой. В любом случае, скажем так, мнение, когда оно там еще было, возможно, в 90-х, что нужно об этом говорить, там 18-20, и то не нет, все сейчас услышат. Уже, конечно, 18-20, да. Это уже достаточно поздно. Поздно, поэтому, да, учитывая тем более статистику, которая есть на сегодня. Ну что ж, друзья, не бойтесь разговаривать с вашими детьми о половом воспитании, половом созревании. Эти вопросы, если их интересуют, то находите ответы, либо ищите помощи у специалистов. Но и больше того, я думаю, что это приведет к тому, что в юности своей не наделают много ошибок. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Сегодня, нагадаю, еще раз спілкувалася из нашего ранкового гостя, кандидатом медичних наук, гинекологом, эндокринологом Института здоровья семьи Светланой Щербиневой.